Общественный транспорт уже давно и прочно занял место в нашей жизни. Чтобы попасть на работу, на встречу, отвезти ребенка в детский садик или школу, или попасть в другие места, мы часто садимся в автобус, троллейбус или маршрутку. Вы смотрите проект «Ваше мнение». Сегодня мы узнаем, какой транспорт выбираете вы. Каким общественным транспортом вы чаще всего пользуетесь? Нет, сейчас никаким. На данный момент. Коляска, да? Только коляска и пешком. Спасибо большое. Скорее всего, троллейбус. Почему? Ну, там больше места, не знаю. В маршрутках как-то в тесноте все. В тесноте, да не в обиде. Ну, все равно. Мне не нравится, как бы. Ногами, пешком. Каким общественным транспортом вы пользуетесь чаще всего? А я всего пешком хожу. На транспорте не ездите? Ну, на маршрутке иногда. А так... почему маршрутку выбираете? Ну, потому что удобнее останавливается, где надо. Троллейбус. А почему? Ну, так дешевле как-то. Маршрут хороший или? Маршрутки мне не очень нравятся. Там душно. А по стоимости? Ну, по стоимости, конечно, выгоднее троллейбус. Но автобусы бывают тоже. Неплохо. Каким общественным транспортом вы пользуетесь чаще? Троллейбус чаще удобно. А маршруткой, но не, лучше не пешком. Очень. А лучше, да, пешком. Стараемся как можно пешком. Больше пешком ходить. А почему троллейбусы, а не маршрутки? Ну, автобусы, во-первых, не ходят так регулярно. Во-вторых, они в парк наш автобусов видели, старый. Как-то не доверяешь. А троллейбусы более-менее. Удобнее заходить, не такая высокая подножка. Мы уже все-таки люди не молодые. Лучше троллейбусы. Троллейбусы и автобусы. Да, маршрутка тоже. На них спокойно, чем на этой маршрутке, потому что маршрутки гоняют, носятся, а троллейбусы едут спокойно, да. И нам спокойно, и водителям спокойно. Вы знаете, я предпочитаю троллейбус. Особенно вот эти новые, мне нравятся. Троллейбусы легче дышится. И там дышится легче, как-то он приятный, можно зайти так, по-нормальному, вот сесть. Свободнее как-то. Каким общественным транспортом вы чаще всего пользуетесь? Если пользуетесь? Да, редко. А чем именно? Ну, автобусом, троллейбусом больше всего. А почему именно автобусы и троллейбусы? Маршрутки? Потому что она удобнее. Каким общественным транспортом вы чаще всего пользуетесь? Ой, больше на машине. А общественным транспортом вообще пользуетесь? Ой, я забыла уже. Ну, маршрутка иногда. А почему маршрутка? Ну, на маршрутке быстрее, думаю. Каким общественным транспортом вы чаще всего пользуетесь? Собственной машиной. Только? А общественным транспортом? Нет, не пользуемся. А почему нет? Да, вроде бы дешевле. Невыгодно, да? Пользоваться. Нет. Троллейбусом. А почему? Кем я ефтен, что нужно тем лапенцы, что кушать не примлемку такси. На бимбане. Как правило, люди выбирают общественный транспорт по определенным критериям. Это может быть стоимость, удобный маршрут или быстрая езда. Однако, неважно, в какой общественный транспорт сядете вы. Главное, чтобы вам было удобно и чтобы вы вовремя попадали в место, где вас ждут. Вы смотрели проект «Ваше мнение». С вами была я, Ульяна Смирнова. До скорых встреч!